Всем привет! С вами снова я, Аня, и это новое видео на моем канале. В общем, это видео на конкурс от канала Элина Багдасарян. И, в общем, в этом видео я вам покажу свои самодельные вещи для куколок или и не для куколок. Потому что я не очень поняла, нужно было для куколок или не только. В общем, я сделала одну вещь не для куколок и 4 вещи для куколки. В общем, первая вещь. Это вот такой вот столик. Вот так. Вот он чуть-чуть подкинулся. Это из одного листа бумаги он сделан. Здесь наклеечка я сделала. То есть такой обычный. Если хотите, я тоже по нему сделаю мастер-класс. Дальше. Такой вот стеллаж для куколок. Вот. То есть тоже стоит там. Вот. Может стоять, на него складывать можно. Дальше вот такого же вот плана диванчик. Сюда, кстати, можно посадить куколку. У меня близости их нету. Вообще она садится, то есть вот это позволяет. Дальше, может быть, реально вы мне не поверите, что я его не купила, но я реально его сама сделала. Это такой вот диванчик. Вот, здесь, наверное, уже даже видно, это я из картона делала. Обклеивала такой... тканью. Вот, в общем, классный получился на 5 мест, даже на больше вроде. Не помню, я сажала на 5 мест. Вот, все вмещались. И вот так вот удобно смотрится. И вот так вот. Вот, и следующая вещь, это не для куколок, ну или для того просто, чтобы переносить куколок. Это я раньше вязала вот такую вот сумочку. Вот. Сумочка, ну, обыкновенная, таких нежных цветов, с пуговкой даже, вот, ее можно открыть, то есть вот она, пожалуйста, вам, вот видите, открывается, и вот там внутри много внутренности, то есть, ну, можно туда чего-то положить, вот, такая вот, в общем, сумочка. Вроде бы это были все вещи, да, вот. Кстати, если вы еще не участвовали в этом конкурсе, то можете поучаствовать на канале Элина Багдасарян. Он у меня есть в каналах, то есть можете зайти посмотреть, подписаться на нее и поучаствовать в конкурсе. Он там не помню на сколько, но в общем на очень-очень много кукол. Вот, так что все. В общем, это были все мои вещи на конкурс. Еще раз. Это вот такая вот сумочка. И можно куколок носить, можно точно дальше еще какой-нибудь. Такой вот диванчик, такой вот столик, такой диванчик, такой стеллажок. Ну, в общем, все, я надеюсь. Конечно же, как всегда, веду, так как на куколок я еще никогда в конкурсе не выигрывала. Да, мне было чуть здесь, в общем, все. Всем спасибо за просмотр, кому понравилось, кто хочет меня поддержать, пожалуйста, поставьте пальчик вверх, подпишитесь на мой канал, пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр, с вами была Аня, всем пока-пока.